Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, мы продолжаем прохождение Орден 1886. Итак, в прошлый раз взорвался дирижабль, мы куда-то упали, и вот, собственно говоря, на этом месте мы и остановились с вами. Наш герой ранен, давайте продвигаться вперед, узнаем, жив ли кто-то еще, кроме нас. Кого-то. Ох, ёптую, блядь, кто-то загорелся. Это наши пацаны или чужие? Надеюсь, чужие. Но ему уже все, никто не поможет, по-моему. Бога ради, ответьте. Лиззи, я тут. Лиззи, вы слышите? Какая-то заваруха серьезная пошла. Черт. Так, мне теперь вниз, судя по всему. Ты жив хоть, старичок? Походу пиздец. Ну, Изи должна быть жива. Я надеюсь на это. Потому что... Иначе все, пиздец. Вулкан, Саграмор, Элиан. Мы потеряли связь с Персивалем и Галахадом. Прошу ответить всех боеспособных рыцарей, находящихся у Хрустального дворца. Это я. Грей? Грей, прием! Да где же вы? Внимание! Сэр Галахад живой! Ищите! Давайте уберем эту движуху. Еще разочек на поднапряг... Отлично! Хорошо, поднапряглись. Так. Лаборатория Теслы, подземелье Вестминстера, 17 октября 86-го. Оставьте меня. Идите на заседание. Ничего, Изи. Я успею к началу церемонии. Я вам сочувствую, месье. Соболезнования. Сэр Персиваль был великий человек. Лучший из нас. Я взял на себя смелость отложить эти вещи. Я знаю, что это не положено. Thank you.
Так, нужно осмотреть часы. Видимо, что-то сейчас найдем на них. Узор, надпись. Нет? Грейсон. Мне кажется, он виновен. Вы не виноваты в случившемся. У него ебучка хитрая. Не терзайте себя. Но как? Он был мой наставник. Мой брат. Это так. Но лучше думайте о предстоящей церемонии. Прочее подождет. Остается слишком много вопросов, Алистер. Я намерен найти ответы. Мэлори будет отмщен. Не позволяйте себе размышлять о возмездии. Это путь к безумию. Идемте. Совет ожидает нас. Сейчас, походу, разборки будут в совете дикие. Лорд Гастингс направляется сюда из штаба компании. Он хочет лично поблагодарить вас за спасение своей жизни и пассажиров. Индийская компания перед вами в долгу. Отвечаю, он замешан, ребята. Глава 7. Рыцарство. Более 6 веков рыцарь по имени сэр Персиваль был нашим братом. Он видел, как гибли королевства, а на их месте возникали другие, столь же приходящие. Он видел, как мир заполняют полукровки. Совет рыцарей и Вестминстерский дворец, 17 октября 86 года. Он мог лицезреть все это потому, что на нем лежало благословение. Грааль. Черная вода, что бежит по нашим жилам. Узы, что скрепляют орден. Эликсир, исцеляющий раны и продлевающий жизнь простым смертным, но не дарующий бессмертия. Ныне Себастьян Мэлори, сэр Персиваль, мертв. В ордене заведено, что даровать рыцарское звание можно тогда, когда умирает носитель этого почетного бремени. Поколение за поколением новые рыцари берут имена своих прославленных предшественников. Сегодня мы собрались по этому печальному поводу. Из старой крови. Грааль родит новую жизнь. Итак, Мари, Жозеф, Поль, Ив, Рош, Жильбер дю Мутье, маркиз де Лафайет, клянешься ли следовать заповедям нашего ордена? Клянешься ли посвятить жизнь борьбе за правое дело? Всем моим сердцем. Пей же. Пусть Грааль даст тебе жизнь за гранью жизни. Может, он замешан, ребята? Убил специально, чтобы стать рыцарем. Блять, на всех можно подумать. Сим причастием ты навеки связываешь себя с орденом. Отныне этот сосуд будет наполнять лишь твоя кровь. Пусть черная вода тебе поможет. Используй ее с умом. Нарекаю тебя Персивалем, слугой великого короля, рыцарем круглого стола. Встань, сэр Персиваль,
и займи свое место за нашим столом. Стража! Вынесите тело Себастьяна Мэлори из зала заседаний и доставьте в склеп. Грустно, конечно. Призываю совет к порядку. Пусть эта страшная трагедия послужит предостережением тем, кто не внемлет решением нашего совета. Покойный Себастьян Мэлори погиб вовсе не в сражении с полукровками. Нет. Он пал жертвой собственного гонора и безрассудства. Он пренебрег словами тех, кто поклялся отстаивать высочайшие идеалы долга и жертвенности. И чего он добился? Лорд-канцлер, позвольте возразить. Разрушил общественные здания. Поставил под угрозу жизнь граждан. Нанес бесчисленный урон собственности объединенной индийской компании. Лишь волею провидения удалось избежать еще больших разрушений. И при всем этом ни один повстанец не был схвачен. Наоборот, своими самовольными действиями рыцари, возможно, сослужили врагу большую услугу. Лорд-канцлер слишком суров. Осмелюсь напомнить, что стараниями сэра Персиваля удалось добыть ценные сведения... Увы, всего лишь косвенные улики. Ничем не обоснованные гипотезы, приведшие к ужасной катастрофе. Не желаю больше об этом слышать. При всем уважении, лорд-канцлер. Сядьте, сэр Галахад. Лорд-канцлер, я тоже потерял друга. Больше, чем друга. Брата. И вы сейчас порочите его доброе имя. Вам грозит выговор за нарушение субординации, сэр рыцарь. Я прекрасно осознаю свою вину в случившемся. Но окажись я вновь в подобных обстоятельствах, я поступил бы точно так же, как хотел Мэлори. Благородный сэр, господа! Повстанцы атаковали карету лорда Гастингса, они попали в западню на Вестминстерском мосту. Рыцари к оружию! Защищайте Гастингса! Уничтожим безбожных повстанцев! Сэр Галахад, это еще не конец. Кто-то должен ответить за гибель Себастьяна Мэлори! В этом можете быть уверены. На меня намекаешь, ты пиздюк старый. Вооружитесь и займите оборонительную позицию. Окей, глава 8 сразу. Галахад, командуйте. Идем. Тут главы сразу одна за одной летят. За 15 минут 3 главы. Сэр Галахад, там на мосту напали на карету лорда Гастингса. Мы не знаем, есть ли выживший. Лукан и Грейна Персиваль, за мной. Ох ты, блядь. 100 гарпуни в киту в циську. Вот это дал. В натуре дал. Возможно, Гастингс еще жив. Нужно пробиться к нему. Расчистите путь к карете. Блядь, да что-то не хочу я, что это за дерьмо. Ненавижу вот эти устройства непонятные. Я люблю... Вижу стрелка. Огнестрел. Бам! Мятежник убит! Ну, здрасте, кабала! Понятно, они просто по мне хуярят, а мои пацаны стоят и смотрят на него. Постараюсь встать. Она дурак, что ли, блядь? О, пробили немножко. Дальше давайте. Нате, писюн. Цель уничтожена.
уничтожена! Сука, конечно, с дробовиком это чертила ебучая, это вообще жесть. По кому они крепят, я не понимаю. Отвлеки его, я пошел. Ты чё, ёбнулся? Беглецу конец. А вслепую он классно, кстати, стреляет. Ты, блядь. Откуда во? Сейчас я с дробаша ляпну кого-то, отвечаю. Наверху, на вагонетке. Теперь нам нужно как-то... Ой, сейчас ляпну кого-то. Лови, братик, в писюн. Как я люблю. Да пошел ты нахуй. Стопэ. Он хотел клетку какую-то открыть. А, он, блядь, тут их куча, смотрите. Подонков. Ой-ой-ой, аж голова отлетела. Хорошо. Револьвер добротный. Арагунский револьвер. Бабам. Все. Эту часть моста мы отбили. Скорее. Нужно спасти лорда Гастингса. Сейчас спасу, братики, все хорошо. Карета, они напали по мне. Гастингса. Я вас прикрою. Лукан и Грейна, давайте. Тащите его, когда я скажу. Поняла. Готовы? Раз, два и по пиву. Раз, два, дружно. Раз, два, взяли. Тяни. Это моя спина хрустит. Порядок. Отступаем ко дворцу. Опять-то баба. Ох, я сейчас до тебя доберусь, сука. Грей, куда вы? Закончить начатое. Сейчас не время для мести. Придите в себя. Грей, стойте! Отразите атаку повстанцев. Лови. Блять. Ух ты, ебутся жабы вверх ногами, блять. Кто-нибудь еще будет? Осталось 5 патронов. А это, я смею заметить, не так уж и много. Ну, револьвер добротный. Шапку тебе. И тебе в шапку. 3 патрона. А чё ты, ля-ля, киксует? Блять. Двухстволка осталась, сука. Она так далеко не стреляет. Лови. Так, ну что, придется с пистолета теперь. Если один раз попадется с этого дерьма, блядь, мне будет очень плохо. Сука, вставай. Вставай, пиздюк. Хорошо. Надо патроны собирать со всего дерьма. Так, 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 что тут у нас еще имеется? О, кстати, вот эта винтовочка хорошая. Ну патроны, что, патроны, блядь, не надо? Не может такого быть. Тихо, 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 тихо. Так, этому в лицо выстрелили. Там один остался, по идее. Все? Пидорва. Кто еще, блядь? Сука, вонючки сраные. Здесь ничего подобрать нельзя. Не, значит, только... Куда, куда, куда?
Получается сюда. Давай, 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 лезь, братик. Эй, вы двое! Один сюда, второй направо! Я же сказал, что это Алистер. Давайте живее! Это не он. Не, похож просто. Страж 3, нужна поддержка. Мы уже на подходе, сэр Галахад. Вас понял. Сейчас будет, блядь, смерть сверху, ребятушки, уничтожьте. Вот это я сейчас пострелял. Мне кажется, я так за всю, блядь, игру не стрелял. Мимо так. Слишком тихо, мне это не нравится. Ух ты, ебутся жабы вверх ногами. Я в шоке. Интересно, они сейчас еще смогут подойти оттуда? Так, убираем. Вставай, сука. Есть, убрали. Так, сзади никто не подходит. Не, пока никто не подходит. И это, блядь, большой плюс. Большой бадабум делаем. Здесь надо патроны взять, что тут есть. Как это, мне патроны типа не нужны? Блять, откуда? А, все, вижу. Сука, козел. Все, надеюсь. Че, вниз надо идти или куда? Не пойму. Блять, откуда они хуярят? А, этот петух сверху стреляет. Блять, что, сначала сейчас буду? А чё он так часто стреляет? Ни хера себе, он лупит. С самого начала, чё, правда, блядь? На нас идёт рыцарь! Да. Сэр Галахад, мы обнаружили к востоку от вас орудие на передвижной платформе. Похоже на ручную пушку. Вас понял. Да я вижу, блядь. Приближаются. Не то, что приближаются, они по мне хуярят. Так, этого отбил. Подонка, надо аккуратненько. Блядь, мне винтовочку какую-то снайперскую. Я бы того шипзика сразу бы снес. Ёбаная матери и жукам майским. Большой бадабум делаем. Гранаты мне не нужны, типа, да? Блять, мне бы этого шлепика убить. Где там стоит? А, вот он. Все вижу. Пидорас какой. Не убил, что ли? Да ладно. Как бы этого шлепика-то убить? Блять, а мне не нравится. И главное, что увернуться особо не позволяют мне.
Давайте еще туда закинем одну гранатку сразу. Лови, подонок. О, попал, да? Конечно, попал. Мне вот эту блять. На тебе в лицо. Сэр Галахад, повстанцы отступают. Солдаты королевской армии уже на подходе. Они обеспечат защиту. Сейчас я дам вам, сука. К черту армию. У них передовое оружие, блять. Какого члена? Сэр Галахад, рыцарь-командор требует, чтобы вы прекратили. Как вам такое, ребятки? Ловите. Сейчас я вас, сука, раздамажу. Да, с такой дуры можно ебашить. Смертельная движуха. Она сразу убивает, я так понимаю, да? Вон, тут долго, интересно, или нет? Мочить их всех. Ой-ой-ой, вот это я раздаю. Вот это мне нравится, ребята. Чувствую себя крутым. Они бесконечные, что ли, блядь? Пацанов сверху сразу тушим. Опа. Пацан подошел из-за угла. Ты заебал. Есть. Откуда? Ух ты, ебанулся. Откуда это он стреляет по мне? Откуда? Я не вижу. Подо мной, что ли? Ах ты... Подонок. Ага. Классная штука. Гринхилл. Галахад, это прямой приказ. Отставить! Галахад, что вы делаете? Придите в себя, возвращайтесь во дворец. Сейчас вернусь, подождите, раздамажу пидораса одного. Где индианка? Где она? Где она? Где? Ох, сейчас я его раздамажу, чувствую. Отвечай! Отвечай! Уайт Чапеле. В борделе. Где сэр Галахад? Леди Грейна, сэр Галахад на восточном конце моста. Не теряйте его из виду, мы идем к нему. О, нормально. Эй-эй-эй. Да стой! В бордель пришел к шалавам. Слышишь? Абсента. Зеленая фея. Абсент.
Что вызывается? Вот что она. Вы пытаетесь утопить? Горе или свою глупость? Ничего. Я ждал, когда явитесь вы. И? Мне нужны ответы. Ответы? Поэтому вы убили моих бойцов? Вы сеете за собой смерть. Не станете говорить, вас ждет та же участь. Уж простите, ваше предложение мне не интересно. Я очень не люблю угрозы. Тогда вы мне бесполезны. Как угодно. Какая враждебность. Что тут за индийская диаспора в борделе? Я не понял, блин. Может, вам пригодится вот это, рыцарь? Черная вода. Откуда она у вас? Предлагаю временно объявить перемирие. Абнахатаре, Нечекаро. Деви. Если вам так спокойней, можете оставаться при оружии. Но вам ведь нужна я, не она. Думаю, надо поговорить. И лучше всего... А у нее тоже кинжал, смотрите, как у нас, одета, черная вода есть. А вот эту индианку я бы, сука, головы ей отрезал бы. Оставь нас. Мы будем говорить наедине. Займись делами в Блэквилле. Вы хотите отомстить за своего друга Мэлори? Не смейте произносить его имя. Его предали. Вас всех предали. Предали? Кто? Ваши хозяева. Ордену рыцарей никто не хозяин. Даже королева. Вы империя лизоблюдов, которые присмыкаются перед объединенной индийской компанией. Придержи язык, женщина! Ваша славная корпорация распространяет ту самую заразу, которую вы поклялись искоренить. Бредни, фанатички. Вы не там ищете врага. Мы боремся с одним злом. С какой стати мне верить мятежнице? И убийце? У нас много общего. Нет у нас ничего общего. Разве смерть вашего друга была напрасной? Хватит! Дайте мне повод не убивать вас! Есть вещи хуже смерти, рыцарь. Много хуже. И если это моей смерти вы желаете, так и быть. Моя смерть — вполне приемлемая жертва. Вы отрицаете, что пытались убить лорда Гастингса? Он заслуживает смерти, как и все его подлые сообщники. И вы ждете, что мы... будем сложа руки смотреть на вашу кампанию террора? Все не то, чем кажется. Компания умеет хранить секреты. Даже от Ордена. Какие секреты? Нет времени на игры! Вряд ли мои слова смогут вас убедить. Но я могу показать вам то, что даст ответ на ваши вопросы. Ответ ждет вас в доках компании в Блэквилл-Ярде. Нужно спешить. Если вы солгали, вы пожалеете. Вот это симпатичная дама такая. Тоннели ведут в Блэквилл-Ярд. Готовьтесь, охрана компании встретит нас во всеоружии. Без моего приказа в невинных людей не стрелять.
среди них нет невинных. Неважно. Хотите, чтобы я шел с вами? Слушайте меня. Хорошо. Стыдитесь своих знаков отличия? Просто не хочу бросить тень на вас.